Так, что, полезли? А вот и они, врата смерти. Раньше мы тут гуляли, здесь крыша была, а теперь тут крышу немножко снесло. Клёво. Я надеюсь, тут никаких сундуков не пропустил. Но, в принципе, насрать. У меня и так все по максимуму. Темный подземный мир, расположенный между землей живых и страной мертвых. Чистилище, в котором царит бог смерти Сет. Танатос. Да. Ну, Сет был бы круче. Что это такое? Узы Ареса, кандалы сковавшие. Деймоса, пройдите игру, чтобы воспользоваться этим предметом. Ну, обязательно. Чего бы нет. Сохранимся. Нам что, жалко, что ли? Так, надо нам что-нибудь. В принципе, магии не помешал бы. Вот это я зря, конечно, на вот этом вот излете. Я имею в виду, надо было все-таки дождаться, когда он... немного вперед пролетит. Вот так вот надо было сделать. О, идут. Еще один, ни хрена себе. А не многовато ли? Еще один. Чуся. Ой, я не ту использовал. Надо было бич использовать-то. Хорошо нас тут встречают, я бы сказал. Прям целая делегация. Еще-то будет? Не, вроде. Одного задел, второго не задел. Да ты посмотри на него, ему вообще насрать. Бьешь его, не бьешь. Нормально.
Магии почти нет, к сожалению. Ого, ты что такое? Слышишь ты, кустик? Не гостеприимное место, прям совсем-совсем. А, он хоть ярость восстанавливается. Они еще магию мне восстанавливают, отлично просто. Ого. А я вас вижу. Больше птичек. Да, вроде больше нету. Да он херня какая-то болтается, все время меня бесит. Это что, Танатос там смеется? Наркоман. Тихо, еще птички. Нормуль. А что это такое? Да насрать, все равно раздолбаем. А нельзя разбить-то, нет? А нет, похоже. Да и говорю, это самое, у меня здоровье и магия на полную катушку раскачаны, поэтому мне только, типа, только рога надо собирать. Это не сказать, что очень важно. О, птички. Харе. Все, больше нет птичек. Ну тогда поговорим, дамочки. Че у вас кончо в моде? В загробном-то мире.
А? Давай-ка мы тебе хребет все вырвем. И сразу вторая вылезла. Еще одна. Давай что-то. Еще одна вылезла. Что-то тут врагов прет просто нереальное количество. Ой, переборщил. А, ее схватить нельзя, да? Ну, такое. Так, 9300. Давайте что-нибудь качать начинать, наверное. У Котландзин, например. Так, и дальше нужно 11000. Ай-яй, дофига. Так, вот эту штуку надо куда-то туда. Здесь есть что? Здесь нет ничего. Здесь что? Это, по-моему, что-то было, да? Нет? Подожди. А, ее можно просто оттащить. Сундук вот здесь есть, например. Это нам не дает ни черта. Так, а вопрос. Отсюда вообще ни хера не видно. Что мне надо делать-то? Подожди. А, ее нельзя подвинуть, понятно. А вот эту можно двигать. Так, надо ее, наверное, куда-нибудь... Если сюда, например. Просто тут камера такая, что иногда не видно. Можно туда куда-нибудь запрыгнуть или нельзя. Поэтому надо все проверять. Я, честно говоря, не знаю, куда тут можно эту штуку задвинуть. Ну, попробуем сюда. Вон там вроде какой-то бортик есть. Ну да. Типа того. Так, что мне надо? Здоровье, магия, все у меня вроде есть. Но тут дают только магию, значит, мы ее и заберем. Ничего не оставим врагу. Дайте рог. Рог. Не дает рога. Зал проклятия. Ну и название-то у вас. Вообще сортир, а не мир в натуре. Все везде поломано, покрючено.
Ух ты! Демонические собачки! Все? Маловато будет. Маловато. Мне даже эти штучки не нужны. Двери в царство смерти. Место, куда и смертный, и бог не смеют заходить. Задолго до воцарения олимпийцев там поселился бог смерти Танатос. Ну, сейчас зайдем. В гости, как говорится. Вот это круто. Блин. Подождите, я сейчас немножко это самое... Остановлю себе ярость-то. На. Ой, твою мать. Тихо. Главное, мне так нравится, как он ножкой так заколачивает. Не надо так делать, слышь. Больно же. Давай. Я вообще ни хрена не вижу. Куда мне бежать? На. Хорошо. Разобрались. А. Так, что мне больше надо? Магию, конечно. Чего они все время какую-то эту бильберду несут? Вечно понажираются своей этой амброзией. Как смеешь ты осквернять мой храм? Харрам Танатоса.
Никто здесь не был, говорят. И бог не смертный. Что пишут? Царство смерти лежит за пределами владений олимпийцев и мира смертных. Оно возникло задолго до эпохи титанов и олимпийцев и остается одним из самых страшных мест как для людей, так и для богов. Немногие бывали там, никто не вышел оттуда живым. Ну, кроме Кратоса, конечно. Так, что мне надо? Мне ничего не надо. Так, опять куда-то двигать эти штучки. О! А вот здесь я не помню даже. Куда тут двигать-то это дело? Сейчас разберемся. Ага. Спорим, мне надо вот на эту цепь. Чё-то ты, Танатос, запустил свой храм на самом деле. Одни развалины нахер. Уж мог бы типа того, что свою хату-то и привести в порядок. Разыгнулся такой. Так, вот сюда вот мне, по-моему, да? Где-то вот так вот, да? Да. Все, прыгни, пожалуйста. Да я бы как-то... А, нет, смотрите, он все-таки смог. Пруцу какие-то. Ироды. Пошел нафиг. Ты тоже. Да и ты. И ты. А я смогу запрыгнуть-то на него? Обратно-то на смогу вроде. Мое будет. 12 000. Качаем. Ук Атлантиды. Ярость Посейдона. Быстро нажимайте кружочек. Хорошо, так и поступим. Так, мне, наверное, куда-то сюда, да? Я так понимаю. О! Да хорре, ну. Ну что вы какие? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Откуда он тут взялся, интересно? Танатос опять что-то там. Кашляет что-то там. Так, мне, наверное, надо вон ту цепь попробовать как-то, да? Блин, сыкотно. Да нормально. Так, а что там у нас вот по этой... На этой стороне цепи? Ничего.
Угу. Это мне не нравится. Одни ловушки, твою мать. Загадок дофигища. Серьезно. И дальше что ты предлагаешь? Ага. Не, нормально. Там вроде какие-то эти были. Как их зовут? Ну, типа сундук со сферами. Ну, я его, понятное дело, брать не буду. Чё такое? И? Ага. А, можно раздолбать это механизм. Понятно. Вот так вот. Упал немножко. Нормуль. Там, я так понимаю, двери нет, да? А если найду? Не найду. Так понимаю, мне его тащить туда. Я хочу эти штучки. Вот так вот, хорошо. По-моему, тут открылось, да. Я нажал на эту, на плиту. Надо мне здоровье. Ну, в принципе, пригодится. Так. Окей. Сундук. Дайте рог. Позязя. Ну, спасибо. Один только осталось найти. Нормально.
опять. Ого-хо-хо-хо. Вот эта вот смесь, конечно, замечательная просто. Не, ну плохо. Тише, бой. Ни хера не видать, кто кого хватает, куда бежать. Пиздец просто. Тихо, 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 тихо. Вот эту вот бабу надо сжать, дожимать. Господи. Еще один стал. Ну, я, в принципе, так и думал, что еще один придет. Они, в принципе, по одному, блядь, не ходят, суки. Ёлки-палки, как же ты достала. Подожди, блин, скинь ёжик, ну. Я хотел кое-что сделать, а ты мне не дал. Ты смотри, какая падла, а. Ай. Да я не на ту кнопку, я знаю, что я не на ту кнопку нажал, потому что забыл. Вот. Вот эта штука что делает? Да ничего, по идее. Но сейчас мы ее прокачаем. У нас, в принципе, дофига красных сфер. Девать их некуда. Где оно у нас тут? Вот. Нужно 6000. Их есть у меня. Так, 12,5 тысяч нам тут накопить. Ну, в принципе, это не так, чтобы много. Блин, там сундуки, а как их открыть? Слышь, я туда хочу, там сундуки. Кратос, свети башкой своей лысой. Как нам туда забраться-то? Похоже, уже никак. Что-то надо было сделать, что я не сделал. Ты понимаешь?
Что у нас тут? Здоровье, магия. Мне магия нужна. Да, в принципе, здоровье тоже пригодится. Так, туда я что-нибудь... Куда это могу? Туда пойти? Вот сюда, вот так вот этот рычаг. Ага. Отлично. Погнали. Вот оно, значит, как. Сейчас так он туда войдет, а там хлоп, и дверь закроется. По идее, действительно, вот где-нибудь вот здесь вот замуровать. И никуда он не денется. Сдохнет от голода и холода. Глупо, глупо, что, типа, всесильные боги не могут раздавить какого-то простого смертного. Все время что-то пафосно задвигают какие-то речи, а потом дохнут один за другим. Вот это мне никогда не нравилось в серии God of War. Что это... Ну, даже по меркам детской сказки уж очень наивно. Оружие из партии? Ну, да я понял. А, он огонь даже может. Хорошо. А больше никуда, да, я не могу. Понял. А ты тварь такая. Я нажал блок, ты чё, Кратос? Там вон сундук, кстати. За ним мы пойдем сейчас. Да блин! Ты посмотри на эту падлу. Я даже не успеваю среагировать вообще. Толку. И все равно все это обратно. Мне просто тупо не хватает этого. Ага. То есть тут надо до определенного момента, что ли, докрутить, да? Ой, крути, крути, крути. Да нормально все. Я сундук хочу забрать, хотя это, наверное, херовая идея. Вот так это делается, на самом деле. Надо стоять в блоке, ждать, когда пройдет огонь, а потом уже и того самого. Дайте рог, да. Не зря ходил, не зря ходил. Вот теперь и ярость у нас максимальная.
Давай же крути. Я вообще туда могу зайти? Ну, в принципе, мне туда, я думаю, ни зачем не надо. Давай, поворачивай. Молодец. Нет. Не так ты повернул, другой. Ой, не так ты повернул. Твою мать. Слушай, может, все-таки надо ее туда, блин, туда сходить все-таки. Как-то, может быть, затушить эту печь чертовой бабушки. Давайте попробуем. Я уже не помню этот момент вообще. Фига, вот так вот. Здесь она встала. Так как надо. А, здесь сундук. Слушай, всего лишь. Я думаю, это проход. А, оказывается, это всего лишь сундук. Значит, мы все-таки туда. Зачетные щиты у Кратоса, да? Ну вот и все. То есть, долго парился с этой ловушкой, но зато все собрали. Вот, жизни надо. Обязательно. Погнали дальше. Так, поправим провод. И вот теперь погнали дальше. Ага. Нашли таки. А чё нам там Танатус говорил, чтобы ты его никогда не найдешь? Ага. Нашли. Здорово, Деймос. Братюня. Деймос, теперь ты спасен. Спасен! Ты во всем виноват! Угу. Ты клялся защищать меня! Ты думал, что я забуду? Ты думал, что я прощу тебя? Я никогда не прощу тебя, братец. Вообще, да.
принципе-то, Деймос, я бы даже сказал, прав в каком-то, в какой-то, блин, степени. Слабо. Ты надоел. В смысле? Ты бросил меня! Вставай! Сражайся! Я ненавижу тебя, Кратос! Здорово он ему настучал, Деймос-то этот братюня-то. Ну, в принципе, тут как бы его тоже можно понять. Он всю свою жизнь, можно сказать, испытывал адские муки. Давай, Кратос, мы должны... К сожалению, походу... Ты больше не властен надо мной, Танатос! Угу. Оракул солгала! Я иду за тобой, брат мой! Держись! Кратос! Давай, прыгай! Все, теперь братюнь-то как бы... Дай мне упасть, Кратос! Нормально все будет. Сразу Кратос, спаси! Вперед! Поймаем. Куда ж мы денемся-то? Спартанца не уложить на лопатки. Верно, братец? Я не собираюсь терять тебя еще раз, Деймос.
Идем! Сражение еще не окончено! Угу. Деймос теперь есть. Он поддержит идем, вас брат, в бою. Это хорошо, что он нас поддержит в бою. Так, что у нас тут мы по магии? Пришли, подожди. Не пыли. Идем. Пророчество еще может сбыться, и меченый воин станет причиной падения Олимпа. Арес сделал дурной выбор. Он взял твоего брата, а надо было взять тебя. Но теперь это не важно. Каждый твой шаг предопределен судьбой. Моя судьба не в руках богов, Танатос. Да, она в руках вещих сестер. Боги решают, а вещи и сестры творят судьбы. Ты всего лишь пешка в игре, о которой ты даже не знаешь. Ничтожество. Вот, пришло время, Кратос. Это начало конца. Ну ты вообще не внушаешь, дядь. Так, нажмите индикатор заполнен. Да не надо. Давай, Деймос. Ой. Мочи его. Так. Надо подождать, когда он взлетит, да? И тогда пусть Дейма сметает копья. Вот теперь. Нет? Да, ё-моё! Давай! Да-да-да-да-да. И все? А, не. Давай, метай копья. Тысяч, блин, немножко не хватает для прокачки этого лука-то. Да ё-моё. Давай, Кратос. Давай, моли его, вали. Вали. Тихо. Хрен тебе, дядя Танатос.
Не трогай нашего брата. Может быть, кстати, я набью сейчас. Там сколько мне надо для того, чтобы улучшить? 12600. Собственно, 1500 еще надо сфер набить. Может быть, я успею. Так, 1534 мне надо набить. Да, ушел. Что, можно уже бить? Серьезно? Мочи его. Умер немножко, походу. Ах ты, сука, все. Ух. У него теперь безграничная ярость. Нет, я набью. Подожди. Блин, чуть-чуть не хватило. Смотрите, буквально 200 сфер, твою мать. Да. Прям даже не 200, 176. Может, я тебя если могу я тебя... Нет. Ты виноват в страданиях своего брата. Твоя судьба в руках богов Олимпа, призрак Спарты. Порви его. Все порвал. Нашел брата. Но как-то не срослось так. Что-то мне дали вроде как, да? А, одна сфера. Спасибо. Одна сфера — это очень полезно.
есть для него местечко. Ну, давай. Все, что делало тебя смертным. Твоя связь с этим миром оборвана. Ты готов стать богом. Нет, твою мать. Для тебя это всего лишь игра, Афина. Это не конец, Афина. Боги заплатят. Заплатят, конечно. За это. Пойду всех расчленю. Прости меня, брат. Ну да, все знают, что Кратос — это сын Зевса, если чё. Афина тоже ведь его дочь. Соответственно, сестра получается Кратоса-то. Ну вот, прошли. В принципе, не знаю насчет сюжета. Он, конечно, интересный, но... Предстает ли тут Кратос как очень человечный персонаж? Вот здесь вот очень спорно. Как по мне, так. Ну ладно, надеюсь, вам понравилось. Судить о том, хороший тут сюжет или нет, это уже вам. А не мне. По геймплею мне игрушка понравилась, с удовольствием ее прошел. Всем спасибо за просмотр и увидимся в других прохождениях.